Так, друзья, это снова про мотоблок. Смотрите, вот видите, красного цвета, это стартер, это мой запасной стартер. Тот родной стартер ослабла пружина и поставил вот такой вот стартер. Они везде продаются, 370 рублей, но по глубине он не совсем, у него меньше вот эта толщина. И я поставил вот тут вот гаечки, то есть он немножко отходит, и здесь такая щель. Ничего страшного в этом нету, абсолютно прекрасно работает. Сейчас покажу, как заводится. Заводится с полпинка, при том, что если свеча всегда хорошая у вас и не пробивает. Если не заводится мотоблок, сразу обращайте внимание просто на свечу. Не заводится — это не означает, что это карбюратор. Карбюраторы здесь хорошие. Кстати, в этом мотоблоке, на удивление, японский карбюратор. А двигатель везде обозначено, что это Hyundai. Сейчас покажу, как заводится. Вот так вот он заводится. Еще раз. Заводить надо вот так вот, один раз так вот подтянуть, опустить и просто вытянуть. То, что это Hyundai, можно убедиться, вот смотрите, вот здесь вот написано шильдик. Да, это китайский, но делается все-таки под маркой Hyundai делается. Вот. Все, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал.